Волговятский банк ПАО «Сбербанк» в начале августа возглавил новый вице-президент, председатель Петр Колтыпин. Ранее он занимал должность старшего вице-президента ПАО «Сбербанк» и курировал блок территориального развития. В ходе рабочей встречи глава Чувашии Михаил Игнатьев и новый руководитель Волговятского отделения обсудили основные направления сотрудничества и дальнейшие перспективы взаимодействия. Петр Колтыпин подчеркнул, что Сбербанк заинтересован во всевозможных вариантах партнерства с региональным правительством в целях социально-экономического развития Чувашии. Для этой цели в районах республики планомерно создавалась сеть офисов. Очень важно для республики, чтобы эта сельская сеть на сегодняшний день была сохранена. И мы на сегодняшний день, пока мы не придумаем эффективных альтернативных источников обслуживания населения, и пока мы не найдем, скажем, пути для того, чтобы население научилось пользоваться на селе нашими удаленными каналами обслуживания, мы будем сельскую сеть свою держать. Мы должны поддерживать село, и поддерживать власть, и поддерживать население. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил руководство Сбербанка за эффективную работу на территории республики и конструктивное взаимодействие. Мы со стороны органов государственной власти и со стороны органов местного самоуправления создаем благоприятную среду для работы всех банковских структур. На эффективной такой основе будем только сотрудничать. С одной единственной целью – стимулировать наших предпринимателей. Сбербанк является одним из основных кредиторов республиканской экономики. Общий объем финансирования только за первое полугодие 2016 года превысил 50 миллиардов рублей. Наибольшую финансовую поддержку банка получили предприятия обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства, оптовые и розничной торговли. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.